Привет, друзья! Наконец-то здесь, в Киеве, в нашем городе, группа 21 Pilots. Эти невероятные парни из Коламбуса, штат Огайо. Добро пожаловать в Украину. Что бы вы хотели сказать украинцам? Какие ваши первые впечатления о нашем городе, стране? Как вы себя чувствуете? Мы чувствуем себя отлично. Это место очень напоминает Коламбус. Здесь лежит снег. В Коламбусе сейчас также много снега. Получается, погода здесь такая же, как и в Коламбусе? Сейчас в Коламбусе очень холодно. Ну что ж, сейчас мы живем в эру вашего нового альбома «Trench». Расскажите, кто такие 21 Pilots в 2019 году? В эти новые времена и для группы, и для ваших фанатов. Это как то, с чего мы начинали. Как в интернете, все супер ускорено. Мы, безусловно, два счастливых парня в 2019 году. 21 Pilots в эру альбома Trench. Знаешь, в жизни все двигается вверх и вниз. Были времена, когда мы не были столь счастливыми ребятами, как сейчас, но были счастливы по-другому. Да, мы всегда жизнерадостные, радостные парни. Просто создавать музыку, клипы и планировать концерты — это действительно то, чего мы хотим и что приносит нам удовольствие. Поговорим о Хлорин, новое видео на ваш сингл. И все-таки, какой хлор на вкус? Это трудно описать. Если ты не особо задумываешься над метафорой, я бы не советовал пробовать его на вкус. Получается, каждый должен найти что-то для себя. Не ешьте хлор. Это правильная мысль. Кстати, как твои ноги? Мы знаем, что ты их побрил. Мы смотрели видео. Да, тебе нравятся мои ноги? О, да, они прекрасны. Я тоже так считаю. Я счастлив, все было сделано ради этого. Да-да, все ради музыки и искусства, я тебя понимаю, но вообще очень интересно, кто такой Нед, тот милый чувак с клипа «Хлорин», кто он? Первое и основное, он милый чувак. И он не брился. Мы пытались заставить его, но он нам сказал, нет, это не для меня. Он сказал, если я побреюсь, на моих ушах вырастет еще больше волос. И мы ответили, оу, может тогда не стоит? Вообще-то он отставил мысль, что если сбривать волоски, они будут расти на теле более жесткими. Если представить волос, который растет из-под кожи, сверху он тонкий, и если его срезать, толстая его часть вылезет наружу. Это ведь так? А мне кажется, это было в шоу «Разрушители легенд». Они сказали, что это неправда. Хотя, может, у кого-то иначе. Зависимо от того, как глубоко бриться. Ну да, Нед наш друг. Он множество раз спрашивал нас, может ли он сняться в одном из наших клипов. И мы решили, это видео было бы идеальным, чтобы стать его частью. И люди думают, он нам нравится. Расскажите, какая главная идея вашего нового лонгплея? Откройте этот секрет всем нам. Это трудно объяснить быстро. Ничего, у нас еще куча времени до вашего шоу. А можно мне подержать это? К
Конечно, это же то, что вы обычно делаете на протяжении своей карьеры. Это? Я отказываюсь держать микрофон, как этот. Ты должен попробовать. Реально? Попробуй. Вот так? Это украинские технологии. Специальные украинские технологии. Это похоже на тренажер ShakeWeight. This is ShakeWeight for men. Нет, это замечательно. Итак, альбом Trench... Нет, это действительно тяжело объяснить. У тебя есть более веселые вопросы? Окей, кратко. Что произошло с вами, ребята? Это же не просто американская мечта. Мне кажется, это мировая мечта. Вы такие популярные. Действительно, одна из самых ярких и крутых групп нашего времени. Опишите одной фразой, парой слов, как бы вы это назвали? Как мы себя чувствуем? Ага. Я чувствую себя достаточно счастливым. А сформулируйте это как название книги. Вот, например, «История Джоша и Тайлера». Это хороший вопрос. Каким было бы название нашей книги? Я считаю, вероятно, эта книга была бы о нашем опыте. Мы бы написали о наших историях. Я думаю, хорошим названием было бы «Веселые времена Тайлера и Джоша». И после точки с запятой «Два парня». «Два парня»? О, это уже другая книга, не о рок-группе. О, да, мы могли бы все задокументировать. О, я могу написать книгу о вас. О, правда? Вы придумываете название, а я пишу о вас книгу. А каким было бы название, если бы ты решал? Хорошие парни. Мне нравится. Так что, мы будем рассказывать тебе наши истории, а ты будешь их записывать. Давайте попробуем. У нас есть много хороших историй. Напишем на английском и украинском, а дальше все эти люди переведут книгу на другие языки мира. Также я хотел спросить у вас о процессе создания музыки, написания песен, рождения идей. Вы делаете это в первую очередь для себя, для искусства, для музыки. Задумываетесь ли вы над ушами, сознаниями, умами ваших фанов и людей, которые услышат это впервые? Мы стараемся не допускать слишком много влияния, когда пишем песни и работаем над музыкой. По моему мнению, есть очень небольшая группа фанатов, которых мы допускаем к творческому процессу и принятию решений. Но прежде всего, написание песни всегда начинается с того, что нравится нам. Вот и все. Поэтому я думаю, что есть некая группа людей, которая росла с нами, и наши музыкальные вкусы совпадают. Я надеюсь, что так будет и дальше. Потому что, знаешь, в жизни Джоша и в моей жизни все может измениться, и люди больше не будут любить то, что мы делаем. И мы будем вынуждены закончить с этим. Спасибо. Ну и в завершение, пожалуйста, покажите нам и всем фанам ваше особенное рукопожатие. Я его обожаю и хочется увидеть живьем. Прошу, ребят. Конечно, мы отказываем всем, кроме тебя. Ты умеешь его делать? Нет, может, вы меня научите? Это реально трудно. Это о вашем альбоме Trench. Это что, заметки на твоей руке? Snap it. Yeah, snap, or it didn't happen.
Мне кажется, я пропустил 3 шага. Все же я был близок. Большое спасибо, что пригласили нас. Это был еще один эпизод шоу «Тонкий микрофон». Мы говорили о важных вещах. И мы действительно дали вам то, чего вы желали. Да, вы спрашивали, мы отвечали. Но мы все еще имеем вопрос для тебя. Сколько рубашек ты перемерил, пока не выбрал эту? Одну. Она мне нравится. Хорошо, наше время истекло, и мы увидимся в следующий раз. 21 Pilots в Украине. Наслаждайтесь!